Играем аккорд АМ ля минор. Играем пятый бас. Третья. Вторая открытая. Не зажатая, то есть. Далее мы ставим на первом ладу вторую струну и дергаем четвертой струной. Открытая, вторая и третья. То есть вот первый такт у нас звучит так. После этого мы добавляем третий палец, второй лад, третья струна. Играется с шестым басом. Четвертая. И далее первый лад, третья струна. Дергаем ее пальцем М в среднем. И после этого остается этот аккорд и играется шестая, вторая, четвертая и третья. Далее мы играем шестой бас открытый. И на третьем ладу, на второй струне, играем... Два раза мы сыграли эту ноту. Шестая. Мизинец зажат на третьем ладу, на второй струне. Играем два раза. Затем то же самое берем с басом. Уходим на первый лад. И берется открытая струна. После этого мы зажимаем аккорд вот АМ, но без первого пальца, без указательного. Играем пятая, вторая вместе. Затем четвертая, третья. Ставим аккорд АМ, С. Это как бы АМ с мизинцем на третьем ладу, на пятой струне. Играется пятая, вторая. Четвертая, третья. Далее мы мизинец ставим вот сюда. Играем пятый бас. Первая струна два раза. Потом ставим, вот получается, на второй лад вторую струну. И здесь играем такой арпеджиато. Можно сыграть аккорд, можно сыграть арпеджиато. То есть это играется, вот ставится пальцы на струны. И нужно вот добиться такого звучания. Далее уходим первый лад. Открытая первая. И вот здесь мы берем аккорд ДМ, опять же, без первой струны. И дергается четвертая первая, третья вторая. И ставится указательный палец на первый лад. С четвертым басом это играется. Далее берется аккорд Г7, опять же, опять не полный. Аккорд G7, третий лад шестая, первый лад первая. Играем бас два раза первую струну. И потом уже мы можем сыграть, убрать этот бас и сыграть арпеджиато с четвертой струны. Четвертая, третья, вторая открытая и плюс первая, зажатая на первом ладу. Либо играем аккорд, либо играем арпеджиато. Открытая первая и опять возвращаемся, первый лад, первая струна. После этого ставится аккорд С, но добавляется мизинец на третьем ладу первой струны. Играем первую и пятую вместе. И перебор с четвертой до второй с возвратом. И дальше у нас идет припев. Мы его играем таким образом. Зажимаем на пятом ладу первую струну, дергаем пятый бас. Здесь все можно, кстати, сыграть безымянным пальцем, но можно чередовать, если вам удобно. Вы можете чередовать, как вам удобно. Вообще, чтобы не ошибиться, можно играть все на первой струне одним пальцем безымянным. Но я опять же повторюсь, что можно чередовать, как вам удобно. Играется пятый бас, пятый лад, седьмой лад, третьим пальцем. Далее мы играем восьмой лад, и возврат идет на пятый лад. То есть вот эта мелодическая линия звучит так. Старайтесь играть так, чтобы вот вы поставили палец, не отрывать пальцы от грифа. Вот у вас палец стоит, экономные движения, сыграли ноту, добавили сюда, пальцы стоят на струнах, дальше мизинец. Пальцы можно не отрывать. Здесь уже в обратном движении мы убираем пальцы. Отрываем их от грифа. Все. Вот мы это сыграли. Дальше мы идем на аккорд ДМ. Движемся указательным пальцем к первому ладу. У нас аккорд ДМ. И мы дергаем с четвертым басом. Первую, четвертую. Третья, вторая. И потом берем еще дополнительно бас F. Это аккорд ДМ дробь F. Играем четвертую, первую. Четвертую первую, третья, вторая. Далее первый палец опять идет на пятый лад. Играем четвертый бас. И тут то же самое. После этого играется открытая пятая первая. Небольшая фишка, секрет, когда у нас идет открытая, у нас в это время есть возможность перейти из одной позиции в другую. Мы были в пятой позиции.
как нам перейти быстро, вот как раз в этом и заключается секрет, что пока звучат открытые струны, мы можем в это время поставить те ноты, которые будут далее. Далее у нас идут такие ноты, значит, на втором ладу зажимается третья, на первом вторая. И вот здесь добавляем еще третий палец. Играем пятую, первую одновременно, третья, вторая. Далее пятый открытый бас, первая открытая, первый лад, первая струна. Здесь на третьем ладу с пятым басом идем обратно. На первый лад открытая, первая. Мизинец на второй струне третьего лада с шестым басом, четвертая, открытая, вторая. Опять возврат на эту ноту, на третьем ладу второй струны. Шестая, вторая, четвертая. На первом ладу ставим третью струну. Четвертая, первый лад, третья. Аппликатура здесь такая. Если до этого перебор мы играли третья, вторая, первая, то мы просто поднимаем эти пальцы выше. Соответственно, у нас уже указательный будет играть на четвертый, средний на третий и безымянный на второй. То есть иногда это уместно в том случае, если у нас переборы идут вот таким образом. То есть стандартный перебор, как правило, идет шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Но бывает, что переборы мы играем выше. То есть мы начинаем играть с четвертой струны. Например, шестая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая. Соответственно, при таком раскладе вы просто поднимаете эти пальцы выше на один этаж, условно говоря, и играете все то же самое, но только выше уже, с четвертой до второй струны. Вот здесь тоже тот же принцип используется. Вот этот аккорд, значит, мы зажали. Шестая, вторая, четвертая указательным пальцем, средний дергает третью. И далее у нас идет шестой бас, третий лад, первая струна. Идем на первый лад. Первая, шестая. Два раза играется первый лад, третья струна. И аккорд АМ завершает. Здесь у нас идет пятая, третья, четвертая, третья опять. Далее вторая, четвертая, третья. После этого идет повтор. Третья вместе с пятой. И на пятом ладу берем аккорд трезвучие. Играем арпеджиато, либо просто три звука вместе. Можно взять и так. Второй, третий, четвертый, либо бары. На этом все. Вот такая вот незамысловатая мелодия.